Как и говорилось во мнении в начале, я также, блядь, и говорю его сейчас. Ну, типа, я говорил, что в начале, что там, скорее всего, руководит всем Сёма. И, блядь, я до сих пор так считаю. Я вам скажу, что, блядь, не одна я так считаю. Поэтому я могу сказать, блядь, в принципе, так-то мне похуй. Я писал о Кире на днях. Мы же все собирались встретиться, но у нас не получилось. Типа, я задала вопросы в Телеграме. Ну, типа, я прям поэму такую. Ну, не поэму, ну, большое сообщение написал. На что в свой адрес я получила вот такое вот, вот такусенькое сообщение, не проигнорировав там половину вопросов. Я решил, нахуй, если человеку ничего не нужно, блядь, если на проекте это было все фейк ради чего-то, окей, пусть это будет на совести человека, типа я, блядь, бегать и тем более навязываться. Поверьте, нахуй, у меня гордости хватает. Мне это нахуй не нужно. Бегать за человека. Просто я уважительно отношусь к тому пути, который мы прошли на проекте. Я действительно думал, что мы будем общаться и дружить. И мне нахуй не нужно вообще. Здесь никак не связано с тем, что она победила. Если бы она, блядь, заняла второе место, нахуй, было бы, мое отношение было бы абсолютно таким же. Вопрос, было бы у Киры отношение таким же, как сейчас. Вот я не знаю. То есть, мне непонятно, типа, я то есть показал человеку, что я хочу выйти на диалог, и типа, если я там чем-то задела, чем-то обидела, может быть, ну я тоже человек, я тоже могу пизданов не подумав. Поэтому. Есть много ситуаций, бля, которые, ну, типа, я бы хотел у Киры спросить, типа, зачем она подходила к определенным людям и говорила инфу, которая, ну, просто пиздёж она говорила, которая выдумана из ее головы. И то есть она подходит людям, утверждает, что это так. Я потом говорю, что прикалываетесь, объясняю ситуацию, как она была. И. Ну, то есть, блядь, мне это непонятно все было, я это хотел обсудить все лично при встрече, но человеку до нас не нужен. А бегать и навязываться я не буду. И что-то там, блядь, сейчас скрывать. Я, блядь, чиста, блядь, я говорю все, что в моей голове, что хочу, то говорю. Типа, и, если у меня есть мнение на данную ситуацию, то я его высказал. И вилку я в этом плане поддерживаю. Ну, не то, что поддерживаю, просто у нас с Виолеттой в этом плане мнение сходится. И то, что были слова и с моей стороны, я признаюсь, были, и с Кириной стороны были слова по поводу того, что. Мы говорили вилке, что. Ну, лично я высказывал мнение, там что-то восьмой нет. Я говорил, что, как мне кажется, Виолетта одна из первых, кто здесь зазвездится. И по факту, как бы. Не знаю, дело каждого, общаться, с кем, что, блядь. Но, мне кажется, даже Виолетта более доступна, чем Кира сейчас. Ну, в плане, доступная, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому да, такое было. У вас с Кирой. С Кирой, я думаю, мы все порешали, и дальше мы двигаемся своими путями. Если у меня обида, есть, но она пройдет. Поменялось ли у меня отношение к этому человеку, да? Типа, вот я, блядь, не права, разве? Если бы человек был заинтересован, мы бы пересеклись и пообщались нормально. Значит, человеку, ну, человек отвечает надменно с таким, типа, интересно, тогда нет смысла, блядь, тьфу нахуй. Когда мы стали такими важными, нахуй, я не понимаю, блядь. Когда, блядь, стоп-мотор произошел или что?